Всем привет, друзья! С вами Крисмас. И сегодня мы с тобой поиграем в Ironside. Шутер для мужиков. Без примесей. Так, собственно, сообщают издатели Innova и разработчики, наверное, корейские тоже также сообщают в своей Корее, да? Сделали, в общем, разрабы. Издатели Innova, это 4Game. Значит, давай прокатимся. Мне дали за выполненный ивент пушечку IRX 300. Значит, посмотрим, на что она способна. Значит, у меня сразу обвесики есть тут, да? Вот, встречаем. Опа! Встречаем маленьких пиздючат. Одного убиваем, ну... А плевуху ловим от второго. АК-47, кстати, думал, я подумал купить себе АК-47, но купил, увы, другую, иную пушку. Короче, у меня пока денег нету. Вот еще одного встречаем. Каратель, блин. О, блин. Отлично. В общем, пушечка. Как чувствуется пушечка? Пушечка огонь, на самом деле. Огонь пушка, но на самом деле она, по сути, ничем не отличается, наверное, от того же самого... ФАМАСа, наверное. Отдачи, разве что у нее, наверное, меньше. А ФАМАСом я не пользовался, но я уверен в том, что ФАМАС здесь такой же. По скорострельности единственное, что ФАМАС, возможно, выиграет. Потому что ФАМАС это самое скорострельное оружие в игре. Сейчас скажете, ты что, долбанутый совсем, что ли? Вообще-то Крис Супер В, который, этот, как его, ППшка. Он гораздо лучше и скорострельнее, да. Но я имею в виду и штурмовок. Это аэрочка. Assault Rifle. Если тебе... Опа. Меня Ктулху как-то за... Ктулху, слышь? Я сейчас за тобой вернусь. Я сейчас за тобой вернусь, малой. Так, давай найдем Ктулху и надерем ему глаз на жопу. Собственно, почему бы и нет. У нас теперь есть первоначальная цель найти пацана по имени Ктулху. Значит, он был здесь. Козел, где ты нахрен? Сюда иди. Опа. А вот и ты маленький. Здравствуй. Опа, еще один. Тихо-тихо. Еще один! Ну, сука, троих! Вот я понимаю, игра даже не успевает за моим скиллом. Она пишет 2 трупа, когда я уже сделал 3. Ничего себе! Я прям какой-то гробовщик. Опа, еще! Здравствуй, мой Ктулху родной! Родной мой Ктулху! Опа! Это какой? 6-й по счету, а? Там еще один. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А ты где? Аск. 6 вроде, 6 киллов. Ктулху нас, короче, убивает снова. По-моему, мы тут сражаемся 1 на 1. Чисто я и Ктулху. Посмотрим, кто выиграет в итоге. Значит, команда, в принципе, у нас вроде как тащит. 24 к 14 идем по общему счету. Опа, здравствуйте, молодой человек. Как дела? Ох, ни хрена, а как я это сделал? Кстати, вот я не пойму немножко. Тут объект взрывается, какая-то машина, но как я его убил? От взрыва или, может быть, просто пробив машину саму? Опа, на. Изрешетив, так сказать, ее. Значит, по поводу самой вот этой игры. Я не играл в нее порядком, наверное, 10 часов. И могу высказать свое, собственно, субъективное мнение. Если оно тебе не понравится, ты напиши мне это в комментарии. Там, ну, если ты, конечно, зайдешь на этот видеоролик, значит, ты интересуешься этой игрой. И, может быть, она тебе интересна в какой-то мере. Значит, многие-многие говорили под выход этой игры в России, то есть 28 марта она вышла в СНГ-сегменте, значит, да? И издается она Innova, издателем 4Game, короче. Вот, там, где был наш любимый ABB Reloaded, я не знаю, конечно, я так выразился, потому что это мое субъективное, опять же, мнение. Ладно, давай пустим стрелу, не будем долго по этому говорить. Значит, давай кого-нибудь попробуем... Шиндарахнуть. Ага, понятно, я понял. Хорошо. Получается, короче... Угу. То есть ракета не может пробить... как его? Потолок у здания. Ну, это, конечно, не Battlefield 5, который, кстати, сейчас уже фаерштормом обзавелся. То есть это голодными играми. Голодные игры сейчас делаются на любую игру. Вполне возможно, я не удивлюсь, если будет и на эту игру голодные игры. Хотя тут... Конечно, карта особо не блещет, да и графон не блещет особо такой, значит, разницей. Значит, почему я люблю и играю в такие вот шутаны, как вот этот? Точнее, почему стоит любить такие шутаны и почему стоит в них играть? Значит, это шутан, как говорят разработчики, без примесей, да? Это шутан без примесей, по сути, он так оно и есть, только добавили, конечно же, тут фишечку из Call of Duty. Call of Duty вообще... Во всех колдах. Опа, здравствуйте. Как ты внезапно, чувак, вылез. Малой ты мой.
Но здесь мне, конечно же, дают пососать Бибу. Ну, ничего страшного. Не микс, я тебя запомнил. Жди моего прощального тебе ответа, молодой человек. Значит, по поводу вот таких игр, как вот такая игра. Давным-давно уже, ну и как бы на протяжении многих лет, на десятилетий, уже создается серия колдов. Опа, человечек, ты чё ты мой тут забыл-то, а? Выкурили как мы их. А с братвой с нашей, сука, дай-ка я вот эту вот возьму пушечку. Попробуем. Вот эту, кстати, пушечку я хочу купить. О, чё это у меня с мышкой-то такое? Ни хрена, это он откуда там стрелял? Снизу, что ли, был? Хорош, блин. Ладно. Значит, по поводу этой игры, я никак не могу договорить. Меня убивают тут постоянно, блин, уроды вонючие. Козлы, ой, извините, пожалуйста, за мат. Ну, тут как бы в таких шутанах, блин, ну извините меня, пожалуйста, без мата, ну вообще никуда. Я, конечно, держусь и как бы пытаюсь что-либо, но не совсем, а не всегда это у меня выходит и получается. Значит, такие шутаны. Сейчас у нас, так скажем, как погодные условия можно обсуждать, да, на улице, по поводу вот этих шутанов. Сейчас у нас очень сильно люди, а точнее именно те, кто любит поиграть в шутаны, они любят поиграть в всякие голодные игры. Это, пожалуйста, PUBG, это Fortnite, это Apex Legends, который я считаю самым лучшим на рынке из голодных игр, да, причем еще и он бесплатный. Правда, вот с другом мы играем, и после выхода, опа, она дает нам пососать бибу, человечек, молодцом. Че, не совсем я скиллую в этой игре, но, в принципе, неплохо. Я думаю, вы зацените мой скилл по добру и по здорову, собственно. Вот, Apex Legends, значит, почему есть какие-то ряд минусов в Apex Legends? Во всех играх есть ряд минусов свой. Вот как ты, дружочек, в полете-то ёбнулся, а? Извините за мат, и меня снова убивают. Значит, ряд минусов. Это, во-первых, вышло обновление, да, первый сезон в Apex, который ждали я, друг мой, ты и вообще все... А уже как бы получается поклонники не только этого жанра, но и самой игры Apex Legends, потому что разрабы смогли сделать самую, по-моему, самую хорошую проработанную игру в таком режиме. И значит, у них удалось, да, они молодцы. Но сетевой код оставляет желать лучшего, и первый сезон полное говнище, извините меня за выражение, но это так оно и есть. Если кто играет, тот поймет, потому что... многие, а наверное даже может быть и все игроки сказали и имеют мнение такое же, как и мое. То есть это уже не то, что субъективно, это общее мнение по первому сезону. Но игра остается на рынке, остается с большим онлайном, ее продолжают любить, даже несмотря на все ее косяки. Правда, косяков на самом деле мало, и их исправлять, в принципе, я вот не пойму, почему разрабы не занимаются исправлениями косяков. Их же немного. А исправить такой компании, Respawn Entertainment вроде, да? Ну, не составит труда. Это же Titanfall, Titanfall 2, разработчики таких игр. То есть, таких титанов, я бы сказал. Потому что, ну, блин, Titanfall, титанская игра, ну... Titanfall, игра про титанов и для титанов, то есть, да, для тех, у кого писюн не... Ой, это, я зашел как бы не в то место, не в то время и вообще в тупичок. Значит, собственно, что по этому счету я могу сказать? Ой, как хорошо-то, дружочек, ты больше не сиди там, по-моему, вот этот червячок маленький зарылся тут на долгое время и сидит и ни хренашечки больше не делает. Вот кемпедристов ждет всегда такая участь. Что в Battlefield, что в Apex Legends. Кстати, в Apex Legends кемпедрастов тоже немерено, и их выкуривают просто все, кому не лень. Все умеют, многие умеют играть в Apex Legends, но опять же находятся те, кто, я их как бы называю, грубо мы их называем, пабджерами. Они просто сидят в одном месте и нихера не делают, а ждут что-то, наверное, пока за ними придут и убьют. Собственно,
Задолбал мне этот туху, серьезно. Надо его как бы это поставить на место маленького этого пацана. Он задолбал, серьезно. Как бы, может быть, конечно, он не особо маленький. Может, ему уже лет 40-50. И как бы мое почтение, конечно, такому, то есть, возрастное. Ну, не суть, короче. Да ты задолбал, слышишь, ктулху. Короче, мы до сих пор держим планку в топ-1, и это очень мне нравится. Каточка достаточно интересная. Но, единственное, что еще. Я постоянно меняю тему. Ты напомни мне, про что мы вообще... А, да. Это ж не стрим. Ну, извини. Короче, если я не ответил на все вопросы, которые сам же задался ответить, извиняй. В общем, каточка подходит к концу. У нас уже 5 киллов осталось, и все. Так, куда челик это делся? Ты видел? Челик просто испарился. Может, конечно, его убили, я не знаю. Опа, здравствуйте. До свидания. Мое почтение вам, мсье. Значит, осталось расчехлить двоих. Это как, уже одного. Всегда в таких шутерах победа, собственно, ребята. Поздравляю с победой. Поздравьте меня, поздравляю я вас. Собственно, спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Всем спасибо. Всем удачи и всем пока. Ну, а смотри, еще и момент мы показываем хороший. Смотри, топ-1. Да еще и с моментом, просто сочным. А че они всех-то показали, слышь? Всем удачи и всем пока.